У меня часто спрашивают: «Алексей, а как вы подготавливаете файлы для микростоков?» Я отвечаю: «Я не Алексей, я Александр». Лично я использую скрипт Stockmaster Pro, и он, в принципе, закрывает 90% моих потребностей в скриптах. Давайте его рассмотрим подробнее. Файл, скрипт. Итак, на первый взгляд, этот скрипт похож на какую-то панель самолета. Очень много настроек. Давайте разберемся. Тут все просто. В первую очередь, вам следует настроить панель алгоритмов, которая будет проверять ваши работы перед экспортом. Тут вам нужно один раз настроить. Тут join, дальше expand. Символы, паттерны и шрифты, все заэкспандим. Далее у нас другие настройки. Залинкованные изображения, если, например, вы, как и я, рисуете на бумаге, или потом трейсите, или сканируете, или рисуете по каким-то фотографиям, то у вас могут быть залинкованные изображения. Они не должны оставаться в файле при загрузке, поэтому мы их удаляем. Растровые изображения тоже удаляем. Спрятанные слои объекта, например, те же референсы, тоже удаляем. Сложные объекты экспандим. Тут все чекпоинты оставляем на месте. Очистить призрачные пути, очистить панели, заэкспандить всю обводку и заэкспандить свойства. При следующем запуске скрипта все эти настройки у вас сохранятся. Поехали дальше. Сохранить файл перед началом. Ну, например, вы работали, лишний раз не помешает сохранить. Сканировать файлы на ошибки. Этим мы сейчас и займемся. Заменить файлы на существующие. То есть, если вы уже до этого делали экспорт и у вас есть файлы, то вы их замените на новые. Тоже можно это включить. Далее у нас есть настройки экспорта. Мы сохраняем в EPS 10, и это универсальный формат для всех микростоков. Выбираем текущая папка или выбранная. Я выбираю свою папку, которую я буду экспортировать. Далее мы экспортируем JPEG-превью, которую мы используем для остальных стоков, кроме Shutterstock. И тут мы можем выставить размер 72 точки на дюйм, 300 или поставить вручную. У меня стоит вручную 4000 пикселей по меньшей стороне. Также не забываем указывать папку, куда будет экспортироваться. И если вы работаете с Creative Market, вам потребуется эта вкладка «Экспорт PNG» с прозрачностью. И самое интересное, что добавилось в этом плагине в последнем обновлении, это привет Shutterstock с его новыми требованиями. Он сохраняет экстра EPS 10, тот самый EPS с размером 4 мегапикселя. Тут мы оставляем пустым, потому что такие требования у Shutterstock. И тут мы оставляем настройки прозрачности. Также тут есть отдельная кнопка Transfer Meta, то есть перенести метаданные. Давайте для начала проанализируем тот файл, который я подготовил для работы. Итак, у меня есть три артборда. У меня есть призрачный путь без заливки и обводки. У меня есть растровый файл, давайте я его еще залочу. То есть я сейчас делаю список всех тех косяков, которые делают новички обычно. И не заэкспанденный шрифт, тут еще куча много всего. Итак, давайте воспользуемся нашим скриптом, который исправит все наши ошибки и разложит по полочкам наши все работы. Файл, скрипт, Stockmaster Pro. Нажимаю старт. Итак, скрипт справился за одну минуту с тремя файлами. Он удалил залоченный слой, который был здесь, направляющие, растровый слой, заэкспандил текст и убрал призрачный путь. Теперь зайдем в проводник и посмотрим, что тут. Он создал отдельно файлы EPS, которые мы можем грузить на стоки, и отдельно JPEG-превью с такими же названиями. И отдельно он сделал папочку с любовью для Shutterstock. В чем особенность этих файлов? Они у нас 4 мегапикселя, и все настройки как того требует Shutterstock. Давайте теперь рассмотрим функции скрипта, которые копируют метаданные из JPEG в EPS. Я подготовил специальную папочку. Я когда-то рисовал вот таких миленьких хрюшек на 2019 год. И у меня в теле JPEG прописаны ключи. Давайте проверим это. Я открою в иллюстраторе файл info. Вот у нас есть название и ключи. Окей, это у нас JPEG. Теперь я открываю этот же EPS. Файл, info. Тут у нас пусто. Окей, закрываю EPS. Теперь запускаю просто скрипт. Нажимаю Transfer Meta. И выбираю папку, в которой у нас лежат проключеванные JPEG. Открыть.
Он нам предупреждает, что он работает только с 10 EPS. Это естественно, потому что 8 EPS не поддерживает метаданные. Теперь проверим метаданные нашего EPS. Видим, что он скопировал описание и все ключи. Отлично, это то, что нам нужно было. В итоге я переложил все свои рутинные задачи на плечи этого скрипта, и он успешно с ними справляется. Этот скрипт вы можете купить на сайте MyTools, он находится под этим видео. Лучшего скрипта я еще пока не видел, который так заточен под потребности стокера. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока! Mm-hmm.